но он пролетает на одно мгновение. Очень красивое кино, действительно очень красиво снято. Поэтому я надеюсь, что вы встретите там своих прекрасных любимых артистов. Там снималась Екатерина. Прошу прощения, да, так бывает, извините. Да, Ирина Виноградова, Анатолий Спиранов и многие другие. Я уверена, что вы действительно получите удовольствие. Приятного вам просмотра, хорошего вечера. Я передаю микрофон нашим гостям. Здравствуйте. Здравствуй, Анапа. Я у вас уже здесь второй раз. Первый раз я была в 2009 году. Меня зовут Татьяна Козючец. Спасибо вам большое за такой теплый прием. К вам сразу прилетаешь. Это такое продолжение лета. Сегодня немножко солнышко как-то спряталось, но тем не менее это чувствуется. И у вас такой морской воздух. Спасибо вам за приглашение. И мы вот с Александром Львовичем Аравиным представляем фильм «Розыгрыш». Пожалуйста, я передаю вам микрофон. Здравствуйте. Очень приятно у вас здесь находиться. У меня вот, я тоже здесь был, но, правда, очень давно, лет 15 назад. Вот. Но тогда с картиной, сейчас с телевизионной. Ну, они рассказывают, я думаю, так сказать, бессмысленно, потому что вы сейчас, надеюсь, ее посмотрите. Но я могу одно обещать, там никого не убивают. Вот, хотя эта картина сделана для НТВ, но вот мы тогда договорились, что мы будем делать другое кино. Картина о любви, картина о понимании, что такое любовь и что можно делать, а что нельзя. Ну а дальше увидеть, потому что тоже надо сохранить определенную интригу. Скажите, пожалуйста, у вас на билетах сейчас проставлено время начала фильма? Ну, кто-то знает, во сколько это начинается? 15:30, то есть уже, в принципе, должно начаться. Но мы же с вами знаем, что все встречи с актерами заканчиваются автограф-сессиями. Вы приготовили бумажки и ручки? Ну, мы, собственно, готовы отдать в ваши руки. И если у вас есть вопросы к артистам, можете, конечно, в личной беседе, пока они вам расписываются. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо. Ура! Здравствуйте, это Анапа. У меня второй день киношопа. Вчера было открытие, сегодня в городском театре демонстрируется фильм «Розыгрыш». Сейчас актеры дают автографы. Это традиционно здесь в Анапе. Такое выступление на крылечке и раздача автографов. Я не очень люблю автографы брать, потому что не знаю, что потом с ними делать. И ну, фотографироваться там селфи или просто тоже не вижу какого-то смысла. Пойду смотреть кино. Мы заходим в зал, да? Получаем вот такой буклетик, где потом надо будет сделать отметку.